Всем привет, и сегодня мы тестим игру Granny 2D Insize. Вот несколько подписчиков писали, что очень прикольная, крутая игра. Итак, друзья, давайте-ка вместе посмотрим, вот потестируем данную игру, что же здесь интересного. Итак, есть у нас вот такой вот ледоед, вот есть у нас куча интересных квестовых предметов, будем разбираться. Вот есть куча комнат, ну что ж, давайте-ка я посмотрю. Итак, друзья, здесь есть ловушки. Мы играем за вот такого вот прикольного людоеда. И нам нужно выбраться из дома. Итак, ох, ничего себе, друзья. И мы попали под первую ловушку. И нашего людоеда просто разрубает какая-то гильотина. Что ж, это было круто. Это было круто. Это было здорово. Давайте-ка посмотрим, что здесь интересного. Итак, еще одна комната с кучей квестовых предметов, и я попадаю под вторую ловушку, вот в которой нашего героя просто пронзают шипы. Что ж, будем, друзья, разбираться, вот и остальных вот комнатах. Итак, что здесь у нас? Здесь у нас есть вот кукла в луже крови, давайте-ка ее возьму. Есть унитаз, посмотрим, что здесь есть интересного. Ключик, вот, кстати, а это что такое? Какой-то пузырь ванны. Мы к нему подходим. Взрыв. И наш герой погибает. Итак, очередная смерть. Что ж, это было жутко, страшно, но прикольно. Что ж, здорово. Итак, друзья, пробуем, тестим. Итак, я уже знаю, где нам не нужно быть. Вот это здорово. Итак, очередная комната. Вот какой-то у нас... И нашего героя, вот просто я зашел в комнату, сожрало какое-то растение и затянуло под землю. Что ж, это было жутко, прикольно, но интересно. Что ж, давайте-ка уже попробуем не попадаться под ловушки. Итак, давайте-ка я буду брать все квестовые предметы, вот рассматривать рисунки. И будем пытаться как-то проходить эту игру. Итак, есть у меня осколок. Вот, будем смотреть, что при помощи этого осколка можно открыть. Итак, здесь все пока закрыто. А, вот, выбирай осколок. И да, удалось вот из кресла добыть что-то. Отлично. Итак, есть глаз. Есть кусок картины. Вот, что это у нас картина? Ох, как жутко. Вот, еще одна картина. Ну что ж, пока неплохо. Итак, да, добрались мы, друзья, до ванной комнаты. Давайте-ка я соберу эту куклу. А можно ли в горшок собрать кровь? Да, оказывается, можно. Ну что ж, неплохо. Итак, собираем, что там в унитазе есть ключ. Вот, попробуем помыть куклу. Удастся ли нам это? Есть, получилось. Вот, и возвращаемся к нашу комнату. Кстати. Давайте-ка попробуем, нельзя ли этим ключиком открыть вот этот сундук. Вот, удалось. Отлично. Вот, удалось нам это проделать. Вот, что здесь у нас делается в подвале. А ну-ка попробуем потестировать вот эту вещь. Есть. Удалось. Итак, спускаемся в землю. И здесь у нас кто это? Это у нас какое-то привидение. Очень похоже вот на внучку Гренни. Санделина или Санделина, кто это у нас, друзья? Ну, давайте-ка я попробую отдать куклу. Есть, да, я отдал ей куклу, и она исчезла. Здорово. Что здесь у нас? Черепок. Здорово. И, кроме того, есть какая-то интересная игра-ловушка. Вернее, это нам нужно разгадать ребус. Ну что ж, попробуем. Итак, что мы можем здесь придумать? Вот и шел человечек. Зашел в домик. В домике его арестовали. Вот. И отрубили голову. И человечек умер. Да. Вот и за это нам дали вот кристалл. Что ж, будем пробовать его использовать дальше. Вот, кстати, что здесь у нас? Давайте-ка я... Ага. Ага, смотрите, как прикольно. Вот, кстати, есть у нас зонт. Есть у нас двери. И возле них ловушка. Ну, в эту ловушку я не буду стараться попадать. Вот, есть у нас гроб. Вот, есть у нас записка.
Вот, здорово. Кстати, у нас все что-то занято. Давайте-ка как-то пытаться это уменьшить, что ли, вот количество. Как-то я попытаюсь сейчас что-то куда-то пристроить. Ага, вот ручка от холодильника. Вот картина. Вот, кстати, что там у нас в холодильнике? А, о, как круто. В холодильнике у нас рука. Вот, что здесь у нас? Ключ. Вот, ключ попробуем открутить мясорубку и на выход. Вот, а сейчас попробуем это все использовать. Итак, активируем ключ мясорубки. Вот, здорово, отлично. Обходим ловушки, главное не попасться под них. Супер, и пробуем активировать руку. Есть. Итак, смотрите, как здорово, деактивированы ловушки. И вот теперь посмотрим, что же здесь в шкафчике у нас. Итак, пробую, пробую. Вот, открыть шкаф. Удастся ли мне это проделать? Что-то я сделал не так. Что-то я сделал не так. Итак, попытаюсь переиграть. Есть, есть. Итак, друзья, удалось мне открыть, и я нашел часть картины. Вот, я нашел часть картины. Давайте-ка попробую как-то это поставить. Вот что из этого получится. Кстати, что это дало? Я сложил картину и не пойму, что это мне дало. А, кстати, вижу спички. Здорово. Здорово, здорово, здорово. А, вот, кстати, давайте-ка посмотрим, что здесь еще интересного. Так, здесь мы бы уже были. Ага, это самая центральная комната. Ну что ж, идем дальше. Так, здесь мы были с вами. Вот, давайте-ка я перейду с вами дальше. Ага, вот. Вот у нас есть зонт. Давайте-ка мы используем его как ступеньку. И попробуем забраться на крышу. Ничего себе! Итак, друзья, мы поднялись на чердак. Здесь какое-то жуткое кресло. Жуткий, вот, жуткая пентаграмма. Вот, кстати, что это у нас такое? Давайте-ка я активирую. Вот, отлично. Вот, интересно, спичками мы можем зажечь? Да, ничего себе. Спичками мы можем зажечь свечи. А что будет, если я сяду в кресло? А ну-ка. Я в шоке. Я в шоке, друзья, и нашего людоеда, нашего героя просто разрывает на части. Что ж, это было жутко. Вот, наверное, нужно было это сразу уже потестировать в начале. Его просто разрезало. Что ж, больше такое будем стараться не делать. Итак, сразу же иду за зонтом. Давайте-ка мы вот разобьем осколок. Вот так сразу же. Вот, будем стараться избавляться от части вещей, которые нам нужны, либо не нужны. Вот, супер. Отлично. Итак, разрезаем кресло. Достаем осколок. Собираю картину. Вот, кстати, а что с этой картиной? Ну, давайте-ка возьму, на всякий случай, я с ней что-то еще не разобрался. Отлично. Что у нас дальше? Итак, этот шкафчик мне не нравится. Он падает. Кстати, а ну-ка, если его толкнуть, что-то произойдет или нет, интересно. Вот если вот так. Вот, честно говоря, я думал, что что-то произойдет. Нет, ничего почему-то не происходит. Вот, отлично. Итак, телевизор включаем. Точно ничего не происходит. Там сверху какая-то коробка. Ну, то ли я с разбега не могу его подвинуть, то ли как. Ну, не знаю, почему-то не получается. Вот надо поднабраться сил, наверное, нашему людоеду. Ну, а пока давайте-ка пойдем в следующие комнаты. Так, что здесь у нас есть? Отлично. Итак, берем ключ. Берем спички. Вот, откручиваем ручку от мясорубки. Вот так. Здорово. Переходим в эту комнату. Вот, отлично. Итак, откручиваем. Вот, здорово. Ну и давайте-ка сразу же, раз здесь шкаф, я попробую его как-то сейчас сразу же деактивировать. Итак, наверное, не в эту сторону. Вот
Так, как-то. Да, есть. Что ж, супер, отлично. Вот, давайте-ка перейду вниз, посмотрю, что здесь у нас. Ага, вот комнаты, куча комнат. По-моему, здесь мы все уже сделали. Да. Хотя там, по-моему, на стене была картина. Да, вот давайте-ка я пока ставлю картину в рамку. Вот, освобожу наши ячейки. Вот, здорово. Вот, нужно пойти вот сюда. Соберем куклу, соберем кровь, достанем ключик. Вот, к ванной я не буду приближаться, чтобы этот пузырь не лопнул и наш герой не погиб. Итак, давайте-ка я покупаю пока этого ребенка. Вот, кстати, интересно, а что будет, если Санделине дать вот куклу, либо не дать куклу? Наверное, мы погибнем. Но, кстати, я этого еще не пробовал, эту смерть. Вот, а ну-ка, давайте-ка попробуем. Если наш герой просто к ней подойдет и что-то сделает. Да, друзья, как я подозревал, мы просто погибаем. Итак, ну что ж, вот была жуткая смерть, и нам приходится все собирать сначала. Что ж, я уже понял основные ошибки, которые мы совершили. Вот теперь мы можем это все как бы больше не делать. Вот, отлично. Итак, покупаем ребеночка, вернее, куколку. Она у нас чистая. И вот теперь я попробую пройти полное прохождение уже без всех ошибок. Отлично. Итак, при помощи куска стекла мы разрезаем кресло. Вот. Ага, вот, смотрите, мне удалось перевернуть шкаф. Я, кстати, нашел свечу. Вот непонятно, что с ней делать. При помощи ключа открываю вот сундук. Собираю картину. И еще кусочек. И есть возможность включить телевизор. Вот. Отлично. Ну что ж, здорово. Вот, отлично. Итак, переходим на кухню. Давайте-ка я разберусь сразу же с картиной. Вот. Стоп, а куда вот этот кусочек? А, это кусочек в холодильник. Вот так. Отлично. Вот, берем руку, достаем. Берем ключ, достаем. Откручиваем мясорубку. Вот, и переходим вот сюда. Здорово. Отлично. Вот, удалось активировать дверь. Вот, вернее, снять решетку. Вот, очень стрёмно здесь, чтобы не попасть под шипы. Вот, при помощи руки деактивируем шипы. Отлично, достаем зонт. Ну и, по-моему, друзья, все. А, да, вот, еще в этом шкафу у нас вот, не все закрыто. Вот, и опять не в ту сторону. Ну, как-то так. Вот, здорово. Что ж, с этим у нас все получилось. Здорово, отлично. Вот, вставляю последний кусочек картины. И, по-моему, с картиной мы справились. Еще у меня есть возможность взять спички. Давайте-ка я это проделаю. Вот, здорово. Хорошо, отлично. Итак, давайте-ка еще я попробую вскрыть сейф. Вот, как-то так. Есть. Итак, удалось вскрыть сейф, но у меня для него нету места. Ага, ну сейчас появится. Сейчас появится. Вот сейчас появится. Давайте-ка взберусь на вот сюда. Итак, можно ли здесь? Да. Вот смотрите, оказывается, это мы можем здесь как-то вот так вот все разместить. Вот, ага, вот прикольно. Еще при помощи свеч нужно что-то сделать. Ну, давайте-ка я попробую зажечь. А вот что дальше сделать, непонятно. Вот, супер. Ну что ж, пока с этим разобрались, идем с вами дальше. Вниз. И я пытаюсь открыть и попасть в подвал. Здорово. Отлично. Итак, готовим куколку и попытаемся
вот дать это все вот Санделине. Ну, как-то так. Что ж, собираем черепочек и черепушку и идем пробовать открыть вот путь для нашего героя за кристалликом. Так, и шел герой, попал в домик, там его арестовали. Вот, отрубили голову и ему пришел конец. Вот такая смерть. Здорово. Отлично, кристалл у нас есть. Все здорово. Супер. Итак, что интересно здесь активируется, то ли от кристаллов, то ли от чего, ну сейчас посмотрим. Итак, ага, вот один кристалл пошел в глаз, вот что здесь у нас, ну по-моему мы уже вот все исследовали, кроме вот этой комнаты с зеленью, ох как стрёмно, друзья. Вот неужели опять наш герой погибнет, ну буду как-то стараться вот выживать. Вот, ага, вот. Вот, ага. Нужно было, кстати, не так пойти. Вот, давайте-ка я попробую как-то вот так сразу же пойти. Вот. И активировать это все. Ага, вот так. Да. Итак, друзья, здесь нужно сложить головоломку, чтобы открылось что-то. Вот, пытаемся. И еще как-то... А, не так. Вот, я понял уже. Вот так. Вот, и так, очень-очень аккуратненько должно здесь все сложиться. Да, есть. Итак, открылся доступ. Мы открыли какой-то зуб. Вот, и идем к низу. Сейчас попробуем вот что-то приготовить. Итак, вот такое вот зелье. Бросаем туда череп, бросаем туда зуб и бросаем кровь. Вот получаем зеленое зелье. Вот, и это этим зеленым зельем и будем кормить дерево. Вот, в свою очередь дерево дало нам какую-то пирамиду. Вот, честно говоря, друзья, мне непонятно, в каких случаях на нас зеленые вот корни нападали, почему сейчас не напали. Вот, тем не менее, вот, по-моему, мы уже все вот проделали, чтобы у нас выйти. Итак, кто здесь у нас? Давайте-ка посмотрим. Ох, ничего себе, какой страшный череп с кристаллом. Вот, как видите, я не могу выйти, не хватает ключа. Ну, а сейчас, возможно, мы его возьмем. Итак, нам нужен, вот, скорее всего, путь на чердак. Вот, и сейчас, если все здорово получится, нам то ли что-то откроется. Итак, есть! Да. Друзья, мы достали ключ. Что ж, просто супер. Итак, идем с вами на выход. И сейчас, если у нас все здорово получится, нас людоед найдет выход домой. Супер! Ну что ж, здорово. Итак, да, друзья, у меня остался ни один неиспользованный квестовый предмет. Это спички. Ну, как-то так. Тем не менее, игра пройдена. Happy end. Счастливый конец. Хотя для нашего вот людоеда не очень счастливый. Видите, сколько здесь вот всяких ловушек. Как ему выбраться нереально. Что ж, это была первая часть людоеда. Пишите, друзья, в отзывах, в комментариях, интересно ли вам видео, понравилось, не понравилось. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч!